Первое упражнение направлено на реакцию и когнитивные все моменты. У вас есть комплект из 4 фишек, которые загораются одновременно. Это у нас красный, синий, к примеру, да, зеленый и оранжевый. 4 цвета. И у нас есть такие же 4 фишки. Твоя задача очень простая. Переставил фишки в цвет блейзов и нажал на определенный цвет. У нас этот цвет будет, мы, допустим, я, моя команда, это красная. Данное упражнение можно использовать как в индивидуальном формате, так и в командном. Второе упражнение, которое подойдет в использовании дома, это использование всех 6 фишек. И задача очень простая. Мы дома используем либо руки, либо ноги. К скорости реакции мы добавляем еще скорость работы либо рук, либо ног. Задача максимально быстро закрывать все фишки определенного цвета. Ну и третье упражнение, пожалуй, я выберу функционального плана, так как мышечный корсет должен быть очень хороший у любого профессионального или непрофессионального спортсмена. Задача будет очень простая. Будет загораться цвет, задача под этот цвет либо сделать выпад в одну сторону, либо в другую сторону, либо назад, либо вперед. Если будет загораться центральная фишка, то мы делаем очень простое упражнение, классическое вуп, отжимание. Все. Я надеюсь, что данное видео тебе было информативно, полезно. Подписывайся на канал, оставляй в комментариях, что ты думаешь о блейзах, работаешь с ними ты или нет, и как ты их используешь. Оставляй ссылки на себя в описании. Обязательно посмотрю. Всем пока-пока.